Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даваска. Последняя часть этой рубрики выходила очень давно, и в ВК недавно мне написал подписчик и такой: «Я мечтаю, чтобы ты вернула эту рубрику на свой канал». И я сидел и подумал, а почему бы мне этого не сделать, потому что рубрика была годная, она вам нравилась, и в принципе все. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, погнали! Так, начнем мы, наверное, с ютубера, с которого всегда все и начиналось. Это Жабёна. Короче, вот его фоточка, и давайте собирать что-то подобное. Чисто вот такой я белой футболки с рисунком, с синим рисунком с левой стороны нету, поэтому просто обычную белую футболочку у гомоноцепи, пим и все, потому что можно даже что-то типа его такого, но вы сами должны понимать, что рисунок там у него в жизни небольшой, поэтому просто чисто белая футболочка будет лучше. А можно по факту с каким-нибудь слоником, но вот эта белая футболка, мне кажется, и нормально, хорошо. Далее джинсики, просто синие, кидосы давайте оставим эти, маску уберем. Прическа по факту именно вот на этой ее фотографии у него одна, но многие, кто его смотрит, вы должны знать, что у него именно на данный момент прическа похожа на что-то вот такое. Да, конечно, на лицо Алока вся херня. Но по факту вот сет Жабёны из игры. Да, на Алоке чутка, наверное, я неудобно будет собирать именно в этой рубрике, потому что тут и усы, и борода. Но все же, давайте лицо мы персонажа брать не будем. И сравнивать лицо персонажа в игре с лицом ютубера в жизни мы тоже не будем. Поэтому вот вам сет Жабёны. Так, дальше я бы хотел собрать свой сет. Ну, куда же без себя любимого. Получается, вот эта причесочка, вот эта масочка. Потом у меня идет футболка с рисунком. Похоже, я есть. Это пиратский. Ну, можно как вариант оставить вот эту, потому что у меня там тоже белое с красным. Потом штанишки у меня обычные черные. И кроссовочки у меня тоже получаются самые обычные черные. В жизни у меня New Balance, но тоже они full черные. И белая подошва. Вот это я. Вот такой. Так, следующий ютубер это у нас Змей. Получается, у него вот такая фоточка. Давайте соберем что-нибудь по пояс. Получается, чисто черная футболка. Она у нас тоже есть, но она у меня временная. Масочку мы тоже оставим вот эту. И над причесочкой давайте мы подумаем, есть ли у нас что-то похожее на причесочку змея. Ну, блин, если оставить как-нибудь вот так вот, то в принципе нормально. Это слишком длинная причесочка. Ну, кстати, можно вот эту оставить, только тут волосы чутка, походу, по-моему, другие. Но, в принципе, что-то похожее в этом есть. Прям вот я смотрю на змея, смотрю на персонажа, и прям что-то есть. Объясню, почему я одеваю ее маску именно на вот эту, а не марионетки. Потому что, посмотрите, тут видно, что маска, она одета на уши. А маска марионетки, она как бы, ну, вы видите, что это как бы идет прямо, ну,
банданы, что ли. Конечно, вот так смотрится лучше и красивее, я не спорю, но у нас цель, как сделать как можно большую схожесть с реальной жизнью. Так, следующий ютубер это у нас Азам. Так, ну, масочку, кстати, мы тоже убираем. Прическу, наверное, я даже оставим ту, которая я была, потому что она черная и короткая, прям что-то похожее. Ну, у Азамы тоже есть небольшая бородка, поэтому оставим. Так, футболка у нас идет черная с красным рисунком. Давайте поищем что-нибудь. Да, в принципе, можно на также вот эту оставить, но вдруг что-то более похожее есть. О, кстати, ну, у него тоже большой красный рисунок, и вот тут тоже большой красный рисунок. Чего-то более лучшего нету, поэтому давайте оставим это. Штаны у него вот тут, я не знаю, потому что... Но это не классика у него, это тоже какие-то спортивочки. И еще, как вариант, можно рассмотреть другие штанишки спортивные. Так, где они? Вот они, вот эти. Но у него лампасов нету. Но, смотрите, у него внизу видно, что есть или резинка, или что это. Это подвороты. Но, кстати, обычные. Вот теперь у меня сомнения, потому что спортивки не подворачивают. И, скорее всего, это джинсы. Просто черные джинсы. И давайте тогда посмотрим. Типа, это не джинсы. Ну, как вариант, кстати, можно оставить вот эти штаны, потому что это как бы джинсы. В общем, что-то более-менее похожее. И черно-красные тапочки. Для видоса, когда повторяю чьи-то сеты, можно, да. Так. Следующий ютубер у нас на очереди это Интро, получается у него прическа тоже похожая на мою, потом идет обычный синий смокинг, вот этот пиджачок, потом штанишки они походу будут пониже, да, вот они, и кроссовочки, мне кажется, я даже знаю, что это за кроссы. Ну, в жизни это я понимаю, но вот это прям очень-очень сильно подходит, поэтому что-то наподобие с этой интро это вот. Так, следующий ютубер это Опра. Получается, причесочка, я не знаю, какая у него, потому что фотка черно-белая, и как бы у него идет она... сторону, и похожие прически в игре нету. Единственное, которое я могу одеть, это вот это. А бороды такой же в игре тоже нету. Футболка чисто белая. Ну, можно, кстати, вот эту футбольную, можно просто обычную белую футболку, которую мы уже одевали. То есть, где она? Это чисто вот эта белая футболка. Потом штанишки у нас чисто черные, обычные. Джазовые, да, джазовые штанишки. Где они? Так, штанишки вот. И кроссовочки у нас идут черно-белые. Ну, как вариант, кстати, можно оставить вот эти. Можно чисто белые вот эти. Потому что это тоже адики, что вот тут, что в игре, что в жизни. А по факту, ну, можно, кстати, еще вот эти кроссы оставить. Можно вот эти чисто белые кидосы. Но это у него в никеда, у него кроссы. Поэтому... наверное, что-то типа вот такого и оставим. И нормальный. Так, следующий ютубер это The Mark Time. В одном из видосов, которые я делал еще около года назад, такой же сет я уже повторял, но его опять же повторю, потому что он годный и мне очень-очень понравился. Получается, вот эта кепочка, потом очечки нам нужны. Такие прямо в игре есть, я их найду, они у меня точно есть, это 100%, ну должны быть, по крайней мере. Вот эти очечи, и футболочка нам нужна чисто голубая, она тоже есть, похожая, вот. Но, соответственно, лицо не похоже, но, в общем, суть
Мне кажется, то, что я повторил, и даже очень неплохо. Следующий у нас это Трэшер. И что меня удивляет, у него штаны ангела жизни. Так, кроссы у него можно даже оставить вот эти, потому что ничего более подобного нету. Хотя можно вот эти оставить, но я лучше оставлю вот эти, потому что они симпатичней. Дальше у него толстовочка идет. И толстовка, похоже, в игре тоже есть, она вот. Но, правда, тут наоборот. Получается, у него в жизни рукава темные, а туловище светлое, а в игре чуть-чуть наоборот. Так, причесочка. Мне кажется, лучше оставить вот эту прическу, только нужно до этого убрать у него очки. И у меня к Трэшеру вопрос. Типа, он играет обычно в сланцах. Почему в жизни кроссовки? Где сланцы? Осуждаем. Осуждаем всем чатом. Ну, в общем, вот что-то типа сета Трэшера в реальной жизни. И напоследок это GamerX. Так. Вот тут я не знаю. В общем, сейчас у него прическа что-то наподобие вот такого, но волосы у него темнее. Можно на вот эту оставить или просто представить, что прическа темнее. Хотя я даже могу сказать, что вот эта прическа именно по форме более подходит именно когда описываю геймера. Но опять же, она зеленая, а у геймера волосы темные. Поэтому я не знаю, но я хочу одеть опять же вот эту прическу, потому что она по цвету больше всего подходит. Потом у него вот такие оранжевые очечи. Интересно, оранжевые очки в игре есть? Ну, типа есть вот такие очки. А, есть, кстати, одни оранжевые очки в игре. Давайте сейчас мы их оденем. Правда, они по форме чутка стрёмные, но да ладно. И, по-моему, даже футболочка есть, прям похожая на это все, тоже со цветным ля. Правда, это майка, но все же. Поэтому давайте футболочку оденем мне какую-нибудь вот такую, что ли. А есть ли что-то вообще в игре похожее, типа белая футболка с разноцветными рисунками? Ну, можно что-то типа вот такого. Нет, все-таки обычную ее белую с яйцом, мне кажется, лучше оставить и все. В общем, вот такой получился видос. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, и да пребудет с вами Скилл.